Всем привет! Сегодня займемся приготовлением домашней пиццы на сковороде за 15 минут. Для этого нам потребуется 2 яйца, 4 столовых ложки майонеза, 4 столовых ложки сметаны, щепотка соли, стакан муки. Смешиваем все ингредиенты. Итак, все сложил я в чашу для миксера. Немножко размешаю ложкой. И затем продолжу взбивание миксером. Сейчас хорошо взобью, так как я сам снимаю. Одной рукой неудобно. Сейчас забью и все покажу. Итак, тесто для пиццы готово. Перемешал я его примерно 2 минутки, чтобы получилось все без комочков. Все остальные ингредиенты я уже нарезал. Это у нас сосиска и колбаска салями. Соленые огурцы, лук, обычный свежий, репчатый, и мелко натертый сыр твердого сорта. Значит, для этого нам потребуется большая сковорода. У меня она примерно 30 сантиметров диаметром. Значит, выкладываем тесто и формируем круг по всей площади сковороды. Итак, круг на сковороде из теста сформирован. Забыл сказать, что предварительно смазал я сковороду маслом подсолнечным, рафинированным. Теперь добавляем кетчуп. Обмазываем кетчупом весь этот круг. Вместо кетчупа можно использовать томатную пасту. В общем, кто что любит, у кого что есть в холодильнике. Слишком много не надо, а так, чтобы покрылась вся основа кетчупом. Итак, сделали мы красоту эту и начинаем укладывать все ингредиенты. Начинаем с сосисок. Итак, сосиски разложены. Добавляем колбаску салями. Равномерно формируем все это дело, чтобы было не только вкусно, но и красиво. Затем добавляем огурчики. Затем добавляем мелко нарезанный лук. Ну, лук кому как нравится. Можете добавлять, может нет. Мне нравится. И засыпаем тертым сыром. Итак, наша пицца сформирована. Накрываем крышкой и ставим на плиту на средний огонь на 15 минут. Итак, прошло 15 минут. Наша пицца готова.
Даже домиком поднялась так. Красота, вкуснота. Всем приятного аппетита. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока-пока.